Здравствуйте! Сегодня такое видео для бережливых. Вот я купила, видите, пустая колба осталась. Купила 50 грамм бусин чешских, набор такой, за $2.89 на Алиэкспресс. Показывала вам, что я в магазине Silbets купила 10 наборов. Получилось мне меньше $2 каждый набор стоил. И решила я делать украшения. Уже показывала вам украшения из бисера, вот такого мелкого, что я на Silbets купила. У него полбаночки осталось, видите? Вот эти вот петельки и браслетик. То есть бисер из этих украшений прекрасно можно тоже использовать. Кто не видел, посмотрите. Это называется украшение с петельками из бисера. А сейчас я вот этот набор, что я купила на Али, черно-синий такой, и использовала до конца. Первое, что я сделала, и почему я вообще начала им заниматься, потому что у меня вот тоже из магазина, по-моему, это тоже Silbets, не помню, не написала, наверное, Silbets или Embeds, Embeds или Silbets, не помню. Вот такие вот красивые коннекторы купила. И сделала украшение сначала просто круглый бусин с этим коннектором. И мне показалось, что он такой пустоватый немножко. И я решила его украсить бусины из набора. Взяла этот же бисер и сделала вокруг вот такие вот 5 колечек из бисеринок, что были в наборе. Видите, как он сразу иначе выглядит, этот коннектор. Здесь по 12 бисеринок я сделала, прямо завязывала сразу на коннекторе, потому что они вот здесь не проходили через вот эти вот стопорные элементы. И поэтому я прямо на коннекторе делала вот эти колечки на толстой леске я их делала. И вот так они получились. Здесь я вставила 2 шапочки, бусинки все из набора. Все-все-все бусинки из набора. Даже мне пришлось вот ставить здесь, вот в наборе не было такого большого золотистого бисера, был только мелкий, но мне показалось, что он правильно, что он здесь будет стоять. И серебристый я взяла из набора. Черный вот здесь тоже из набора. Ну и когда закончился, уже пошла без бисера вот в конце. Что еще я добавила? Вот я добавила вот эти вот бусинки из другого набора, потому что мне не хватало, во-первых, бусин, а во-вторых, мне не хватало цвета этому украшению. А сейчас оно такое получилось. Вот такое вот. Такое украшение получилось. Мне кажется, очень достойное. В конце я закончила шапочкой, укромной бусинкой, петелькой. И замочком здесь удлинительная цепочка, вот с одним шариком еще. И остался у меня бисер. Ну вот здесь немножко только его, остался бисер. Вот смотрите, пока я ношу вот так. Это браслет. Но если его разобрать, этот браслет, он превращается в 2 чокера. Здесь 2 чокера, потому что один... Когда я сделала, бисер еще оставался у меня, и поэтому я сделала второй. Вот, первый чокер я сделала, ну, совсем простой, просто вот ниточку такую. Он тоже, его можно носить с этим украшением. Он добавляет, мне кажется, потому что здесь вот есть вот эти бисеринки, и он так может очень хорошо добавить в это украшение немножко шарма. А второй чокер, там еще вот в наборчике было немножечко совсем крупных бисеринок, и я их сюда вот примастила, тоже добавила вот несколько золотистых еще в центре. И получился тоже такой же чокер. Теперь здесь у меня начинали потихонечку заканчиваться серебристые и золотистые, и вот как они заканчивались, я их так распределила, вот здесь серебристые закончились, видите, а здесь уже золотистые закончились, а синие и черные оставались до конца у меня. Пока синие не закончились. Черных осталось еще штук 20.
И вот так я использовала весь набор. То есть получается два чокера из бисера. Большое такое колье, это не чокер, оно чуть ниже получается, вокруг шеи. Видите, вот. Вот такой наборчик получился. Можно носить эти чокеры как браслет, можно носить как чокеры. Можно носить их два вместе. Один чуть длиннее, чем другой. Тот, что просто ниточка, он короче. А тот, что... Сейчас соберу их вместе и покажу. А тот, что вот с этими вот штучками, он длиннее. И вот так можно носить. И получается такой вот замечательный наборчик. Под джинсы его хорошо носить. Он такой черно-синий. И я освободила полную полбу набора этого. Вот так. Кому интересно такие вещички, написала. До последней бисеринки использовала. Все. А я с вами прощаюсь. Видео было коротким, но, надеюсь, познавательным. До следующих встреч, до новых идей. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и лайк, чтобы помочь продвижению канала.